Здравия желаю! Такое приветствие на 150 языках раздавалось сегодня в парке «Патриот» в Подмосковье на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2021». Событие, которое всегда привлекает повышенное внимание как военных, так и гражданских. Десятки тысяч образцов военной техники, инфраструктура, медиа – все, что работает на укрепление военной мощи и обороноспособности нашей страны. В парке «Патриот» под Москвой работает репортер «Республики» Татьяна Молокова. Форум «Армия-21» – важное событие для всего мира. Сюда, в Центр «Патриот», приехали делегации из 150 стран. Выставочная экспозиция форума – более 1500 предприятий и организаций, почти 30 тысяч образцов военной техники. Выставочная часть форума – почти 30 тысяч квадратных метров. Чтобы представить, это почти 50 футбольных полей. Здесь представлены как образцы серийной техники, бронированные машины, танки, зенитки, пушки, так и новинки ОПК. В этом году упор сделали на беспилотники. 21 год, в России год науки и технологий. И действительно, выставочная часть – это показ передовой мысли российской науки. Во время пленарного заседания министр промышленности России Денис Мантуров подчеркнул, что военка должна проникать и в производство продукции гражданского сегмента. Такую задачу ставит перед предприятиями страны президент Владимир Путин. Сейчас более 25% всей продукции в России выпускает оборонпром. Диверсификация, внедрение искусственного интеллекта в военную промышленность, закупки вооружений и военное право в деловой программе форума. Современные разработки представили на форуме и 10 предприятий Чувашии. Глава региона Олег Николаев ознакомился с экспозициями предприятий республики. Промышленность представлена не только научными разработками вооружения, но и продукцией для обеспечения быта военных. Например, жилые комплексы, которые могут быть развернуты в полевых условиях. Глава Чувашии отметил, что участие в таких форумах имеет ключевое значение для развития промышленности республики и укрепления обороноспособности всей страны. Здорово, что наши предприятия являются надежным звеном в решении таких важных задач обороноспособности страны. Это предприятия, как говорится, у всех на слуху. Они являются флагманами своих отраслей в целом по Российской Федерации, ну и, конечно же, опорой экономики Чувашской Республики. И наша задача, конечно же, делать все, чтобы все, что мы имеем, и далее усиливать. И вот сегодняшняя выставка и общение с нашими предприятиями показывают, что они уверенно удерживают имеющиеся рынки, а самое главное, имеют в портфеле перспективные разработки и направления своей деятельности. Есть виды на новую продукцию. Свою экспозицию выставила группа компаний АБС «Электро». Основная ее часть представлена продукцией в НИИР «Прогресс», дочернего предприятия в НИИР. Здесь беспилотные летательные аппараты с помехозащищенным навигационным оборудованием на базе цифровой решетки «Комета», не имеющей аналогов в мире. В этом году в НИИР отмечает свой 60-летний юбилей. Являясь родоначальником электротехнической промышленности Чувашской Республики, в настоящее время деятельность в НИИР и его дочерних предприятий представлена уже далеко за пределами республики. В НИИР, который 60 лет представлен на российском рынке, и его дочерние компании не по продукцию, которую она выпускает, по своему качеству не только отвечают лучшим международным аналогам, но по некоторым характеристикам их превосходят. Это было уже доказано последние 5 лет. Это по работе с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации было выполнено больше 20 опытно-конструкторских работ. И те разработки, которые были сделаны компанией в НИИР «Прогресс», они действительно или соответствуют импортным аналогам, а в большей части их превосходят. Одновременно с торжественным открытием стартовали и международные армейские игры. В них принимают участие военные из 43 стран. Продлится форум «Армия-21» до 28 августа. Татьяна Молокова, Сергей Емельянов, Республика, Парк «Патриот», Московская область.